Девочки, всем привет! Я вам давно обещала рассказать о наших сыворотках, что это за такое чудо, для чего эти сыворотки нужны. Я вам сейчас покажу сыворотки, которые есть у меня в наличии, которыми я пользуюсь. Так, это сыворотки из серии «Эксперт», лифтинг и антистресс. Моя любимая сыворотка Platinum. Вот она у меня даже еще пока запакованная. Вот, но она ждет, ждет, ждет своего звездного часа. А в данный момент я пользуюсь вот этими сыворотками. Это сыворотки из серии «Кислородное сияние» и «Легендарный кислород». А вот такая сыворотка. Если вот вам видно, она такая мерцающая. Так, кислородное сияние. А легендарный кислород, вот она у меня уже подходит к концу. Очень ее люблю. И сейчас мы поговорим о наших сыворотках. А вообще, что такое сыворотки? Сыворотка – это очень концентрированное вещество. Пользоваться ими нужно и очень важно. Для чего эти сыворотки нам нужны? Наши сыворотки, они очень хорошо восстанавливают нашу кожу. Они работают на втором слое кожи. У нас, вы знаете, есть эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка. И вот когда мы находимся в состоянии стресса, в состоянии беспокойства, плюс идут какие-то у нас возрастные уже изменения, кожа наша начинает провисать, синтез коллагена и эластина, он замедляется, и овал кожи у нас начинает стекать. Итак, мы поговорим сегодня о сыворотках, для чего они нам нужны, как их использовать. Вот смотрите, вы, наверное, замечали, ходите по городу, смотрите, как выглядят люди. Иногда бывает, идет девушка, ей может быть 18, может быть 20, может быть 25, а она выглядит на 10 лет старше. С чем это может быть связано? Это может быть связано с стрессами, плохое питание, плохая экология, образ жизни, да, мало активности, мало спорта. И, конечно же, от этого всего стареет наша кожа. И если рядышком поставить женщину, допустим, 18-летнюю девушку, и женщину в возрасте там 35-40 лет, конечно же, возраст он будет виден, что одна женщина молодая, другая женщина постарше. Но состояние кожи будет совершенно разным. И для того, чтобы состояние кожи наше было хорошим, красивым, чтобы кожа сияла, нам нужно использовать сыворотки. И сегодня мы будем с вами говорить о сыворотках из серии «Кислородное сияние» и «Легендарный кислород». Это мои любимые сыворотки. Я не могу сказать, что какие-то есть мои нелюбимые, мои все любимые, потому что, вы видите, я ими всеми пользуюсь. А вот, и поговорим об этих сыворотках. Вообще, что такое сыворотка? Сыворотка – это очень активный ингредиент. Он намного мощнее, чем крем. И пользоваться сыворотками нужно уже с 25 лет. Сейчас вот возраст, с которого начинает стареть организм, он уменьшился. То есть, если раньше считалось, что уже в 25 лет начинает вырабатываться ген старения, нет, уже в 20 лет вырабатывается ген старения. В 25 лет вы уже себя не узнаете, если вы не будете ничем пользоваться. А когда вам будет 32, вы уже посмотрите, что ваша кожа совершенно вот как-то шух, резко поменялась. И вы не можете понять, как это, за счет чего это произошло. А стрессы, постоянные стрессы. Как только начинает стрессовать наш организм, у нас коллаген и эластин, он и так вырабатывается, да, до определенного периода. А когда стресс на нас действует, то коллаген и эластин, он хуже вырабатывается в нашей коже. Так вот, сыворотки эти, они способствуют тому, чтобы коллаген и эластин вырабатывался как можно дольше. И если у нас есть провисание кожи, да, вот как если мы возьмем 18-летнюю девочку, наша кожа, она такая, такая вот, да? А если мы возьмем уже женщину 40 лет, то ее кожа вот такая, стекающая, да? И это говорит о том, что у нас
тургор кожи нарушается, а за тургор отвечает коллаген и эластин. Вот эти сыворотки наши, они действуют по-особенному. Вот элементарно я вам покажу. Есть три слоя кожи. Первое – эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка. Многие крема, но это не фаберликовские крема, а другие крема, они действуют на поверхности кожи. То есть вы наносите крем и намазываете, и вроде бы кожа гладкая, кожа вроде бы очень хорошая и так далее, да? Но это временный эффект. Наши сыворотки, у них совершенно другая технология, совершенно. Здесь есть кислородные дроны, которые имеют очень-очень маленький размер, и они проникают через эпидермис в дерму, там, где у нас вырабатывается коллаген и эластин, и они ищут то место, куда им нужно присоединиться. Что такое кислородный дрон? Это маленькая-маленькая сфера, такой маленький кружочек, и она вся такая с маленькими усиками. Представляете, сфера с усиками. Они находятся в наших кремах. И эти сферы, они нужны для того, чтобы все активные ингредиенты, которые находятся в наших кремах, доставить в то место, где это необходимо нашей коже, где есть какие-то проблемы. И вот таким образом происходит омоложение нашей кожи. То есть мы не на поверхности работаем, а работаем на... там, где необходимо. Конкретно эти сыворотки работают на тургор кожи. На тургор кожи нашей. Вот смотрите, да, что делает эта сыворотка? Она очень сильно питает клетки кислородом. Кислородом проносит кислород в глубокие слои кожи, улучшает кровообращение, да, соответственно, кровообращение улучшается, и кислорода доставляется больше. Антиоксидантная защита. Антиоксидантная защита – это защита от свободных радикалов. Свободные радикалы – это такие вот наши враги, потому что они – это клетки неправильной формы, которые могут вызывать опасные заболевания, такие как рак. Понимаете? Они меняют форму клетки. Также эти сыворотки, они восстанавливают барьерные функции кожи, а барьерная функция – это защитная, чтобы наша кожа была красивая, гладкая, защищенная. И, конечно же, здесь именно идет усиление всех активных ингредиентов, которые здесь находятся. Так, значит, как мы эти сыворотки наносим? Кстати, хочу вам сказать, вот эта сыворотка из серии «Кислородное питание», я вам буду показывать, наверное, надеюсь. Она вот такая плотная текстура. Очень такая вот она плотненькая. И когда мы ее начинаем разносить, она такая, как водичка. Видите, ее уже не видно. Ее можно наносить на все лицо. Ее можно нанести вот на веко. Если вы видите, я вот, допустим, эффект уже увидела. Я нанесла на веко. Оно такое сияющее. Оно убирает очень хорошо морщинки, визуально очень хорошо убирает. За счет чего это происходит? За счет того, что здесь вот она такая мерцающая, такая как будто бы перламутровая. Вот сюда можно нанести. Можно нанести на все лицо. Ну, я однажды нанесла на все лицо, и мне сказали, что ты использовала эту сыворотку, видно, лицо сияет. То есть немножко такой розоватый оттенок есть. Вот, но, тем не менее, эти сыворотки мы используем. Используем именно потому, что мы хотим, чтобы тургор нашей кожи был всегда в норме, чтобы кожа была у нас подтянутая, да? Хочу сказать вам вот про эту сыворотку. Это сыворотка, кислородный активатор. Очень я ее люблю, эту сыворотку. Ее можно использовать как базу под макияж. Значит, вы умыли кожу. Кстати, все наши сыворотки мы умываем кожу, тонизируем кожу и наносим. И про вот эту сыворотку я вам уже сказала, да, кислородное сияние. То, что мы ее наносим, можно наносить локально, на веки, на нижнее веко. Да, где-то там лобик, подбородочек вы наносите, да, можно наносить ее на все лицо, так. А вот эту сыворотку,
маленький у нее объем, да, многие говорят, ой, такой маленький объем, мне ее так жалко, да, не жалейте, не жалейте, потому что это ваше лицо, это ваша кожа, это ваша молодость, и это ваша красота. А вот эта сыворотка, она более жидкая. Оп, такая вот она жиденькая, как такая эмульсия, потому что вот это более плотная. И вот вы ее разносите, и вот она, ой, она прям такой охлаждающий эффект имеет, охлаждение. Она активирует все активные ингредиенты, которые находятся в креме. Как рекомендуют использовать еще сыворотку? Вы наносите ее на все лицо, да? На все лицо наносите. Проходит какое-то там время, и вы наносите крем. Ваш крем. Вот эту сыворотку так даже и желательно наносить. Под маски. Ее тоже очень хорошо наносить. Это именно кислородный активатор. Под масочку ее очень хорошо нанести, нанести масочку и полежать. На самом деле она очень хорошо омолаживает. Она очень хорошо укрепляет кожу. У нее очень хороший состав. Здесь есть масла. Здесь есть наши кислородные дроны. Так? И эта сыворотка, она просто невероятно полезно для нашей кожи. Что-то очень важное хотела вам сказать про нее. Да, кстати, ее можно наносить, использовать как крем для век, вот просто, да, а можно ее нанести на все лицо. Она очень хорошо как база под макияж. То есть, если вы нанесли эту сыворотку, выдержали 10 минут, и потом вы наносите тональный крем. Он ляжет идеально, изумительно. А на самом деле, если вот вы будете наносить любую из этих сывороток наших, да, вы заметите уже изменение вашей кожи. Уже где-то через 2 недели вы увидите, что кожа ваша поменялась. Она стала более светлая, она стала более отдохнувшая, она стала более сияющая. Значит, наносим вот эту сыворотку и утром, и вечером мы наносим вот эту сыворотку. Ну, я бы рекомендовала все-таки ее наносить утром, потому что вот она сияющая, сияет. И вот сейчас я вам посмотрю применение. Вот здесь Faberlic нету рекомендации именно в какой период. Просто здесь написано, что нанесите сыворотку тонким слоем на очищенную кожу лица. Да? Ну, скорее всего, это вы будете делать утром, потому что зачем вам делать это вечером, эффект потеряется. Вам надо, чтобы она сияла, чтобы ваша кожа мерцала. Вот так, эта сыворотка тогда вам очень хорошо подойдет. Кстати, еще у нее есть такой суперский эффект хайлайтера. Это я сейчас говорю про сыворотку 0241, это сыворотка кислородное сияние. Вот, вы видите, да? Вот, то есть, если вы нанесли тональный крем и чувствуете, что что-то вот немножечко вам не нравится, устало лицо у вас, то вы наносите ее и поверх тонального крема на нижнее веко, вот на эти части, немножко на носик, немножко на подбородок, и ваше лицо, оно станет прям таким, ух, таким бодрым, веселым, здоровым, светящимся. А вот, поэтому сыворотки использовать нужно. Кстати, как их использовать? Я уже сказала, что однозначно с 25 лет мы все используем эти сыворотки. Если есть показания в коже, то есть кожа увядает, ей не хватает влаги, то эти сыворотки мы используем, потому что они очень хорошо увлажняют. Далее, их нужно использовать, можно их использовать 3-4 месяца. 3-4 месяца вы используете сыворотку, месяц перерыв и так далее. То есть, понимаете, да, что под крем, вместо крема, эти сыворотки мы используем. Это очень важно. Вот эти сыворотки. Сыворотки серии «Эксперт», да, сыворотка «Антистресс», сыворотка «Лифтинг», сыворотка «Платинум». У нас их очень много, они разные. И поэтому используйте их. Вот пока вы один месяц, один, да, там период вы пройдете, второй период, третий, четвертый, пятый, то есть никакого привыкания у вас не будет, потому что эти сыворотки, они все разные. И я вам скажу, что даже если вы смотрите рекламу, и в рекламе там женщина наносит просто какой-то крем, и прямо вот она становится молодая и красивая, сыворотки имеют большую концентрацию активных ингредиентов, чем крема. Поэтому, если вы покупаете крем, обязательно у вас должна быть сыворотка.
И я рекомендую сыворотку под крем. Эффект вы увидите очень-очень быстро. Желаю вам молодости, красоты и отличного настроения.